Сесть за баранку трактора в 70 лет – да легко. Жительница Иссык-Кульской области Кыргызстана Сагын Эликеева без проблем управляет сельхозтехникой, помогая сыновьям в плодовом саду. И занятие, как говорится, на пользу, и урожай растет. Водить трактор Сагын Эликеева научилась уже на пенсии. Долгие годы она работала учителем, но решила, что на заслуженный отдых еще рано, и сменила школьную доску на тяжелую технику. Односельчане оценили. С трактором она управлялась так же ловко, как и с указкой. Благо, что работа механизатором не несет особых нагрузок. Сюда вода не всегда доходит, а деревья поливать надо часто, чтобы не высохли. Это ведь искусственная посадка, значит, и внимания растениям нужно больше. Моя задача – привести воды, чтобы почва вокруг деревьев была влажная. Меня в селе так и называют – бабушка-тракторист. Большой сад стал приносить плоды не сразу. Сагын Эликеева и ее сыновья взяли в аренду заброшенный участок на окраине села. Бизнес стали развивать понемногу. Сначала высадили саженцы яблонь на 2 гектарах. После того, как получили первый хороший урожай, решили высадить второй сад, но уже на 6 гектарах. Причем теперь в нем не только яблони, но также абрикосы и груши. У меня 6 сыновей. Эти сады – наш семейный бизнес. И все мои дети им владеют в равных долях. Это сейчас все хорошо, а сначала было трудно. Но мы не зря старались. Первые годы урожай абрикосов был по 4 тонны, сегодня уже по 15. Больше всего собираем яблок – по 20 тонн. Почти все яблоки отправляют на экспорт. В России и Казахстане фрукты из Иссык-Кульской области пользуются спросом. Но не только плоды приносят прибыль. В этом саду теперь продают и саженцы. Бакыт Чермашев, специально для Хабар-24, Иссык-Кульская область, Кыргызстан.